девушки, у меня есть для меня сюрприз и для вас сюрприз. Я встретилась наконец-то со своей учительницей, с Ларисой. И Лариса внесла нечто драгоценное. Я это понимаю, ценю и хочу, чтобы Лариса поделилась вот этим волшебством и рассказала подробнее, для чего и что это. С огромным удовольствием, очень-очень рада встрече. И, конечно же, я обожаю вот этот камень волшебный, нереальной красоты и очень большую пользу он нам приносит, девочкам. Мы знаем о нефрите от последней китайской династии. Конечно, это современная наука оспаривает, но эти знания передаются из уст в уста, и сложно найти подтверждение, да, в каких-то письменных источниках, потому что это тайна, которая была за семью печатями, передавали только посвященным. Вот сейчас я вам немножечко расскажу то, чему научилась сама. Для чего нам нужен нефрит? Во-первых, это тренировка интимных мышц, то есть это чисто работа механическая. Но для этого можно брать разные шарики, сжимать, расслаблять, там, да, есть специальные правила, упражнения, как работать мышцами. Но нефрит особо полезен, потому что он еще и обладает свойствами лечебными. И когда мы используем нефритовые яйца, мы и мышцы тренируем, и в то же время вот этот минерал передает нам информацию о своих полезных свойствах. Чем он такой вообще вот замечательный, что в нем такое есть? Вот в химической формуле нефрита содержится очень много разных микроэлементов. Это сочетание различные окиси кальция, магния, добавками нефрит, алюминия, марганца, меди, железа. Может быть, еще даже что-то пропустила. И вот цвет нефрита, он зависит именно от наличия минералов. Какие там, чем темнее, чем больше железа, к примеру, тем чернее минерал. Вот практически приближенный к черному камушек есть. Если мы подсветим, он будет чуть-чуть. Да, он будет чуть-чуть в зеленцу на свет. И вот это вот самый-самый темный. Вот. Цвет нефрита влияет, ну как бы я сказала, есть разные такие раскладки по цветам, по цветовой гамме. Я люблю на ощущение. Вот если, девочки, рука потянулась вот к этому, значит, надо хватать его, и оно ваше. Рассказывать, что этот лечит, этот питает, этот гармонизирует, этот богатство приносит, ну, можно об этом говорить. Но я прошу ориентироваться на свои ощущения, что куда глаз лег, что рука схватила. Вот это будет самое правильное, будет ваш камушек. Разная есть обработка, разное качество. Вот эти яйца сделаны на станке, вот, которые представлены вот здесь вот с лазерной обработкой, поэтому они такие идеально гладкие. Этот сорт ближе к поделочному, это сорт уже ювелирный. Поэтому вот они здесь зеленые, яркие, здесь чуть-чуть потемнее. Обработка на таком механическом, можно сказать, ручном станке немножечко чувствуется, да, вы чувствуете такие как бы не идеально ровная поверхность, поэтому здесь цена ниже на такие яички. Два цвета, зеленый и чуточку в синеву, да, очень благородный, прекрасный цвет. А по размерам, самое маленькое, если вы точно знаете, что заниматься некогда, женщина занятая, но будет с ним спать. Для чего спать? Я уже сказала, что нефрит передает нам информацию о вот этих полезных свойствах каким-то волшебным образом. Физики это объясняют так, что идет вибрация, там где есть скрыта кристаллическая структура внутри, он сам волокнистый, он сбитый, как шерсть из волокон, только там другие волокна минеральные, и имеет скрытую кристаллическую решетку. И вот эти вот вершины, да, вот этих тетраэдров дают вибрацию и информацию нам о полезных свойствах минералов. То есть по принципу гомеопатии. Это то, что может, как говорится, подтвердить наука, да, для самых неверующих в эзотерику, да, вот такой вот расклад. Значит, если мы ночью спим с яичком, оно максимально хорошо получает вот эту вот именно информацию о пользе. И часто мы можем избавиться от воспалительных заболеваний вот в женской половой сфере и даже почек, только лишь когда будем спать с яйцом. Подтверждаю на своем личном опыте и на опыте моих многочисленных учениц. Я уже в этих практиках больше 16 лет.
Я уже больше 10 лет готовлю инструкторов по даосским практикам и имею большой опыт и обратную связь. Для чего вот такое крупное яйцо? С таким, конечно, спать нельзя, потому что оно просто будет нарушать местное кровообращение. Мы же во сне не крутимся, не ворочаемся часто. Такое яйцо идеально сегодня подходит для занятий. Почему? Во-первых, у него большой размер, большой объем, и вы его чувствуете. Яичко нужно вставить, завести примерно вот на одну фалангу пальчика внутрь за мышцы, потому что на входе в вагинальный канал у нас мышцы поперечно-полосатые, которые мы можем сжимать, расслаблять, то есть мы управляем ими. А дальше уже сам вагинальный канал гладкомышечный. И нам нужно проскочить вот это мышечное колечко, чтобы яичко у нас примерно вот настолько было внутри. И затем сжимать и расслаблять мышцы промежности. Можно еще включать диафрагму, вакуум. Это уже нужно обучаться с инструктором, чтобы показать, да, правильно все делать и не наделать ошибок. Да, ни в коем случае здесь нельзя тужиться, нельзя повышать внутрибрюшное давление. Так вот, идеально для занятий самое крупное яйцо вот такого размера, которое вы можете ввести в вагину. Так, чтобы не было больно, конечно, при введении, да? Но оно тогда будет хорошо ощущаться. Если мы будем вводить вот такое яичко, пытаться его там как-то подтягивать, мы его просто потеряем. Оно не будет чувствоваться и будет казаться, что ой, что-то я делаю не так, или я ничего вообще не понимаю, как там. А просто-напросто маленький размер. Среднее яйцо, примерно размер вот такой вот 3,5-4, оно является как раз вот примерно вот такое универсальным. С ним и спать еще можно, оно не такое большое, и заниматься более-менее как-то можно. Поэтому если нет возможности, не хватает средств, например, на наборчик из 3 яиц, можно взять одно среднее, начать с него, а потом потихонечку подобрать себе коллекцию уже на свой вкус разных цветов и разных размеров. Вот. Девочки, я желаю всем здоровья и хорошего секса во все времена. Ура, ура, ура! Девочки, уже пауза, все у нас впереди. Жду вас на курсах. Будем совершенствоваться, становиться еще здоровее, еще прекраснее, счастливее, богаче, любимее, любящие. И украшать собой нашу планету. Нашу планету. Классно.